Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, заберем с тобой наградочку. Открыть колоду, поднять уровень персонажа. Давай начнем с серии испытаний. Так, наверное, вот сюда пойдем. Подожди, Рафаэля не надо. Возьму Армагона, Бакстера Стокмана, возьму Леонардо Макмана и Ванюшу. Обойдемся сегодня без Супер Шреддера. О! Роднулька стоит здесь. Так, а пробить? Пробить. Лео, давай его. Вали, молодец. Бакстер Стокман повержен. Так, ну что, остаются тут мелкие у нас прыщи, которые нужно выдавить. Оп. Давай ему. На, прям в пачу. Так смачно ему врезал этим кастетом. Здоровым золотым кастетом, ребят. Так, ну что у нас тут? Змейка Вьюн. Я думаю, что в начале ракеты пустим, может быть, понизим им, да, атаку. И плюс вертушка, наверное, это будет жирная точка. Угу. Лео, как всегда, красавчик. Ну что, друзья мои, прошли мы это событие. И двигаемся дальше. Сейчас будем искать нужные элементы. Так, давай-ка вначале награду заберем. Нужные элементы для нашего... Так, подожди-ка, мы еще колоду не открыли. Бесплатную. Кто там, Макман, что ли? Точно, Макман притаился. Здесь наградочку забрали. Так, ну что, а теперь пойдем искать на Крэнга. А что это у меня Макман здесь стоит в первых рядах? Не надо этого делать. Ты еще не настолько крут. Так, 18 тысяч мутагена нужно, чтобы поднять им уровень, а у нас пока 17 тысяч. Ладно, ничего страшного. Мы прокачиваем вот этот вот удар. Сколько тут получается? 6 пультов нам нужно найти. Один есть. Второй. Третий. Четвертый. Пятый и последний. Шестой. Замечательно. Ну что, прокачиваем ядреный заряд до четвертой ступени. Так, сколько там? Вероятность 50%, да? То есть в половину мы имеем шанс заблокировать положительные эффекты в течение двух ходов. Замечательно. Так, смотрите, здесь, кстати, не очень много нужно. Только вот 10 ящиков с инструментами, но они находятся очень быстро. А вот наушники и очки, это, к сожалению, да. Это проблема. Так, 3 штуки нам нужно найти этих очков. Ну, мне кажется, это бесполезняк, как тут выискивать сейчас в данный момент. Но пока задание не выполнили, ищем. Все. В принципе, мы задание уже выполнили. Но я все-таки попробую, ребят. Найти. Еще один, давай, еще, пожалуйста. Еще один наушники. Ой, наушники. Очки есть. Хотя бы с очками разобрались. Все, очки нашли. Там уже надо будет наушники искать. И 10 ящиков с инструментами. Забираем здесь награды. И поднять уровень персонажа. Ну, я думаю... А, мы не накопили. Хорошо. Вот я сижу и думаю... Так, мы, по-моему, это же все, да, собрали, да. Тут у нас все найдено. Я вот думаю о другом. Стоит ли нам проходить? А, мы же здесь глянули в тот раз. Шансов, конечно, ну, практически нет. Хотя, Макман плюс Усаги. Слушай, а давай попробуем все-таки разочек, а? А вдруг у нас получится пройти? Вдруг у нас получится здесь пройти. Так, двойная атака у них, да, висит. Тут три волны. Дай-ка я, наверное, сделаю все-таки баф. Усаги пойдет делать баф. Так, защита. Контратака. Ну-ка, ураганчик. Ай-яй-яй. Так, давай, добивай его. Молодец. Блин, это сейчас... Ага, удар хвостом. Я думал... Воу! Ребята, нифига он... Просто взял и... уничтожил мне. Ах ты, чепушила. И знаешь, что самое обидное? Что хила нету. Вот в этой команде нету хиллера. Я не смогу даже залечить наших ребятулек. Но... Лишний раз зато убедимся, что это действительно бесполезно. Так, сделаем еще баф от сплинтера. Теперь, наверное, все-таки придется делать вертушку. Как бы я этого хотел избежать, не получится, ребят.
Теперь давай ракеты. Ну и крысиный король. Вот так вот. Переходим на третью волну. И здесь еще круче, блин. Да, я даже не знаю. Попробуем, конечно, мутагеноида шмякнуть. Ну что, половину здоровья отнял. Это уже, ребят, хорошо. Месть. Месть, конечно, сладкая, но... Так, замедление скорости. Слушай, наверное, тут надо попробовать завалить маг... мой магмана. Ну, ты понял, да? Крипа. Здесь бы заблокировать еще, кстати, подожди-ка. Вот у нас Алапекс. Все, она больше не сможет использовать свои способности. Это круто. Дай-ка я вот так еще сделаю. Слушай, ну железноголовый стоит очень даже круто, я тебе скажу. Так, теперь пиццелица. Давай его поджарим до хрустящей корочки. Постепенно урон получил. Кстати, неплохой урон он получает от постепенки. Я тебе скажу. И стоит он довольно крепко. Плевок. Отлично, Макман красавчик. Тут не поспоришь, ребят. Так, ну что, змея-карай, ты будешь сегодня падать у нас или нет? Да, ребят. Вот если бы мы не потеряли нашего Тимати, у нас бы было бы здесь 3 звезды, и этот уровень мы могли бы фармить. Ну, а фармить ты сам понимаешь, ради чего? Не только, что вот это мы с тобой зарабатываем, а вот мне нужны вот эти орнаменты, друзья. Их нужно очень-очень много. И, кстати, здесь тоже можно фармить жетоны. Так, а если, например, гляну следующий... Так, 80-й, 80-й. Слушай, ну здесь вот можно попытаться... Блин, Тимати, как-то я не знаю. Он ни туда, ни сюда. Может его убрать, а? Давай попробуем без него сыграть. Мы же все-таки тот поединок практически без Тимати прошли. Сейчас рискнем. Провокатор? Ну, провокатор есть, тут не поспоришь. Так, тут 3 волны. Ладно, была не была. Эх, не заблокировали. А, нет, все нормально. Видишь, они сразу автоматом начинают бомбить именно слабенького. А слабенький у нас, конечно же, сплинтер. Блин, ну слушай, ну Макман очень силен. Очень силен, друзья мои. У него вот этот вот удар пробивной. Это, конечно, что-то с чем-то. Когда он бежит с разбега. Угу. Так, переходим с тобой на вторую волну. Смотрим, что у нас здесь. Так, ну, наверное, массовую, да, сделаем атаку. Так, караечка сразу упала. Наверное, мы накажем Алапекс. Так, минус лисичка. Теперь попробуем так сделать. Раз, два. Крип готов. И сможем пробить двойными атаками. Эх, чутка не хватило. Но это еще нормально, ребят. Ну, сплинтер, конечно, мало здоровья, если вот провокацию взять. Но я боюсь, что они сейчас меня тут массовыми атаками, наверное... забомбят. Нифига, он плевать, ты посмотри. Да, Макман, ты, конечно, крут. У тебя плевок такой, ядреный, что я не знаю. Самого Армагона так подбить смачно. Так, если я возьму ракеты, где все-таки провокацию взять? Я, наверное, возьму провокацию, друзья. Пускай они тут замедлятся. Я думаю, что этот, наверное, от постепенки отдуплится. Давай вот здесь, наверное, даванем. Так, теперь змейка Вьюна. Есть. Так, и попробуем заблокировать. Да, Джастин тоже заблокирован, ребята. Все. Здесь мы прошли идеально, я тебе скажу. И, соответственно, этот уровень можем спокойненько фармить. Сейчас, конечно, глянем, что у нас на третьем эпизоде творится. Что происходит там. Ну-ка, просто глянем. Не, вот здесь, ребят, не судьба уже. Ну, все 90 уровня. Если бы у меня хотя бы вот эти вот, хотя бы сотого уровня. Кстати, это лишний повод к тому, чтобы действительно нам прокачивать железноголового и сплинтера до соточки. Ну и, соответственно, Тимати. То есть я могу вот этот уровень фармить, в принципе. Опа, снаряжение негодники. Черные очки. 5 баксов. 2 золотых осколка. Китайский фонарик. 30 жетонов, друзья. И еще 30 жетонов. Ну и, как видишь, закончился у нас сыр. Блин, все получил, кроме вот этого орнамента, который мне нужен. Так, 740...
жетонов. Ну-ка, дай-ка я посмотрю в магазине, сколько у нас стоит. О, да, друзья мои, о, да. 80, 80 ДНК у нас уже на коже голового есть. Остается всего лишь 20 ДНК. Вроде бы как бы и много, а с другой стороны и не так уж много. Так что, ребят, все будет окей. Ну что, теперь идем куда? На арену, турнирная арена. Мы с тобой в Лиге Мастеров одна звезда. Сбросили меня все-таки. Мы вчера дошли до 2 звезд, да? А сегодня нас уже скинули. Ну что же, будем прорываться опять, как говорится, с боем вперед. 40 откатов, это немало, поверь мне. Это очень даже прилично, в принципе, должно хватить при самом хорошем, даже худшем раскладе, что мы сегодня доберемся до мастера 3 звезды. Вот такую поставим для себя сегодня планочку и будем к ней стремиться. Ну что, сразу начинаем. Естественно, здесь уже не захалтуришь. Тут не получится, ребята, отсидеться, как говорится, не потратя откаты. Но я кое-что сейчас, наверное, все-таки придумаю. Мы будем первые вот эти бои, наверное, играть, брать 2-3 персонажей мощных. Ну и с ними не очень мощных, для того, чтобы сэкономить как можно больше нам откатов. Так, берем эту команду. Например, я возьму вот Макмана и Армагона. Они вдвоем, мне кажется, должны справиться, в принципе, вот с этой командой. Я, правда, не знаю по поводу инициативы Макмана. Если он сейчас, например, сдуется, ну, вдруг такое получится, что кто-то опередит его, да, по очередности хода, то, конечно, тут будет печальные последствия для моих бойцов. Но все-таки я верю, что Макман... Твою налево. А, ну это ладно. У Сплинтера понятно, он всегда контратакует, когда получает урон, тем более на высоких уровнях. Так что нормально, я уже думал, что все, сейчас будет разнос. Но нет, все отлично, ребят. Так, ну что, с 37-й позиции мы переходим на 26-ю. Пока дают нам 17-23, поэтому берем. Я возьму Бакстера Стокмана здесь, и с ним пойдет у меня... Наверное, возьму Усаги. Да, Бакстер Стокман, Усаги и вот этих. Единственное, да, конечно, тут Микеланджело. Майки. Все прекрасно знают, что он может выйти из-под контроля и начать бомбить моих персонажей. Если бы на нем постепенно бы сейчас висело, было бы круто. Но нет, к сожалению. Сейчас что-то сделает. Так, он усиляет команду. Он не стал атаковать массовыми атаками или еще чем-то. Ох, ё! Бедная Эйприл, чуть было не сдулась, ты прикинь? Не ожидалось, что Рокстеди... Давай хильнемся. На нем все равно висит постепенный урон, так что он не должен, по идее, тут выжить. Давай, Усаги, добивай его. Отлично, ребят. Ну что, как-то вот так вот у нас получается. Я удивлен, что Эйприл выжила просто. Она очень слабенькая, маленькая, хрупкая девочка. И такой носорог подбежал и звезданул по ней. И она еще устояла на ногах. Так что дорогого стоит это все. Ну что, возьму, наверное, Донателло здесь. Плюс Ванюшу. И возьму Зека. Зек у меня идет здесь как основной дебафер. В плане того, что он может их чуть-чуть замедлить. Но если честно, вот как мое мнение, у него замедление не настолько хорошо. То есть он бросает бомбочку, да, но замедление, оно практически не чувствуется. Все равно не успевает, ребят, сходить. Вот это вот плохо. Так, теперь сюрикены. Мне нужно, чтобы Ванька сходил. Вот, все, ребят. Когда Ванька взял гранатомет, я сразу, знаешь, подумал, вот она, где победа-то. Потому что Ванька не прощает обидчиков. Ну что, ребята, переходим. Да ё-моё, я думал, перейдем сейчас с тобой на 2 звезды в мастер. Ага, нам дулю показали. Сказали, еще рано, парень. Еще тебе слишком рано. Так, ну ладно, раз мне слишком рано, возьмем с тобой Рафаэля, Майки, Джастин, Рокзар, ну и, конечно же, нас железноголовый парнишка. Сейчас он будет тут ракетки свои выпускать. Ну что, погнали. Вначале сделаем уклонение, чтобы по нам не пришел прилет, так сказать. Майки все-таки усиляет свою команду. Ладно, ладно, ничего страшного. Надо Эйприл. Тут надо убирать Эйприл. Потому что это хиллер. Сейчас будет тут их подлечивать. Возьмем провокацию теперь на нашего Рафаэльчика. Пускай теперь попробует что-нибудь нам сделать.
Блин, Эйприл все-таки успела хинуть. Ладно, ничего страшного. Дебаф на защиту. Правда, не фул получился, всего лишь двух персонажей. Ага, минус двоечка. Нам даже хиляться не обязательно, я тебе скажу. Так, Эйприл в минус. Сплинтера в минус. И остается Рокстеди. Все, и вот уже, ребята, мы отправили в минус. Замечательно. Двигаемся дальше. Надеюсь, сейчас, ну, что значит надеюсь? Переходим с тобой в Лигу Мастеров 2 звезды. Шикарно. Ну, цель сегодня дойти до 3 звезд. Так, у меня есть еще бойцы. Ну да, Крис Брэдфорд, собственно, персоны Крэнк, Сплинтер, Тимати. Блин, ну у них тут 76 уровень. Вот в чем загвоздка-то. Сейчас будет... Сейчас будет, наверное, крошево. Очень, ребят, серьезные. Потому что я практически прошел, пошел против противника, который на 6-7 уровней сильнее меня. Это приличный отрыв. Обычно, когда мы на равных даже деремся, это очень плохо на нас сказывается. А тут они имеют преимущество перед нами. Ага. Не забывай, что Лео... Ой, еще и защиту встала. Сейчас еще Лео захиляет, наверное, команду. Так и есть. А Бакстер сейчас, наверное, еще и... Ох, ёк-макарёк. Я даже не знаю, наверное... Наверное, надо заблокировать, по идее, Бакстера Стокмана. Тимати. Если он возьмет провокацию, я думаю, что это будет плохо. Его просто бы сразу спетрушат. Давай сделаем вот так вот. Есть. Дебаф на атаку мы сделали. Теперь еще одну. Очень-очень слабо. Ребята, очень слабо атакует наш отряд. Так, ядерную бомбу. Ух. Блин. Блин. Ёк-макро, он еще и вертушку зарядит. Да ладно. Я глазам не верю. Он... Блин, промахиваемся. Эх, все-таки Змейковьюна добили. Все-таки, друзья, не добили моего малыша Змейковьюна. Вражины, а. Но он стоял до последнего. Причем очень долго и сильно стоял, ребят. Если бы вот этот вот хохломон бы не делал бы своих хилов, которые он вначале успел сделать, у нас бы опять бы отряд был бы полностью целый. Но он успел захилять. Вот в чем беда. Ладно. Зато я не потратил откат. Зато откат у нас один сохранился. Даже не один, а два. Ну что, теперь время откатов, друзья мои. Будем теперь чисто на них работать. Потому что больше мне здесь некого взять. И, как говорится, и даже если мы там с тобой возьмем 70-х уровней, нас тут будут уничтожать. Поэтому без хай-левелов, без высокоуровневых наших бойцов нам не справиться. Так. И ракета бедовай. Все. Двигаемся дальше. Мы по прохождению сегодня аренки получим столько-то мутагена, что, наверное, нам хватит прокачать нашему Бакстеру, ой, Бакстеру, нашему Крэнгу, наверное, даже два уровня поднять сможем. Ну, я так надеюсь. Ну что, давай вот это вот возьмем. Это у нас Чирак. Какой-то Чирак. Вот так его увеличать. Армагон плюс Супер Шреддер. Окей. Ну, бойцов еще много, так что вполне вероятно, что мы все-таки дойдем сегодня до Лиги Мастеров 3 звезды. И, может быть, даже еще немножко с запасиком. Так, упали. Ракеты. Давай ракетами. Упс. Так, от... Постепенно урон висит, но это хорошо, ребят. Но, с другой стороны, то, что мы не добили, это плохо. Вот прикинь бы, не было бы там сейчас постепенки. Сейчас бы, наверное, Хана бы просто приплющил бы. Так что ракета ракетами, но все-таки лучше валуном добивать. Так, а 17-24 они мне еще пока не дают, не хотят. Типа я еще не дошел, да, до этой кондиции, когда... достоин получать. Ну что же, давай смотреть. Здесь я взял Леонардо, ну и, соответственно, Супер Шреддера. Замечательно.
Они оба под постепенным уроном, так что в любом случае они были бы уже не жильцы. Но Леонардо упростил, так сказать, нам задачу, просто сделал свою вертушку. Так, ну что, мы продвигаемся дальше в правильном направлении. Я надеюсь, 50 место будет у нас. 53-е, чуть-чуть не дотянули. 34 отката, то есть 6 откатов мы уже потратили. И нам дают высшую награду 17-24. То есть уже, друзья мои, круто. Это максимальное количество кубков, которые могут нам дать. Соответственно, сейчас будем получать по максимальному очки. То есть максимальное продвижение у нас будет. Ну что, Усаги, давай. Давно тебя не видели наши зрители в деле. На всех, абсолютно, ребят, на всех он повесил постепенный урон. Это, конечно, это редко так бывает, чтобы всех подранил, так сказать. Ну что, Супер Шреддер, соответственно, всех добил после подачи от Усаги. И мы двигаемся дальше. Наверное, 45-й будет. 35-я даже позиция. О как. Ну, в принципе, да, мы же с тобой получаем сейчас максимальную награду, поэтому... Поэтому продвижение нес быстрее. А я все по старым расчетам считаю. Так, ну и как ты видишь, уровень противников тоже идет на максималку. То есть 78 уровень — это предел. 78, даже не 78, а 79. Да, 79 у них — это максимальный уровень. Все, здесь тоже мы наказали. И двигаемся дальше. Причем мы дрались в каком-то подземелье, потому что, судя то, что там скелеты возле стен стоят в наручниках, это какие-то пыточные были. Может быть, даже какая-то тюрьма. Так, нет, ребят, давайте ко мне 17-24. Вот, вот, на это я соглашусь. Что если я возьму Макмана? Я вот боюсь, что инициатива у него слабоватая, он не вытянет. Хотя мне нравится его ураганчик вот этот, вот, который он выпускает. Классно смотрится. То есть мусорный такой ураган, да, во врага. Тьф, очень смотрится эффектно. Так, ну что. Делаем шипы. Постепенно висит на троих. Плюс Крис Брэдфорд там в сторонке стоит. Типа, типа, а я ни при чем. Я вообще здесь сбоку припеку. Но, тем не менее, все равно его оглушило валуном. Ну, какая позиция? 16-я. Точно. Так, они опять мне дают 17-23. Я не согласен, но давайте мне 17-24. Так, опять же возьмем Армагона. Опять же Супер Шреддера. Как же у нас быстро, ребят, горят откаты, а? Просто 40 штук было, осталось 26. Очень быстро они сгорают, конечно. Кстати, мы не посмотрели, сколько у нас всего платиновых осколков. Сколько нам еще? 2 недели, наверное, играть. До следующего количества 4 штук платиновых осколков. Чтобы мы могли с тобой еще кого-нибудь перевести в платиновый ранг. А там уже ближе, наверное, к теме, ну, проголосовать, в конце концов. Да ёк-макарёк, я думаю, мы с тобой уже залетим. Но фиг там, 8 ступенек всего пролетели. Что-то как-то жидковато. И 17, вот. Так, подожди, давай я возьму, наверное, Лео и Шреддера. Раз, два, три. Все, погнали. Леонардо, Донни. Ну, в принципе, тут инициатива у кого самая сильная? Да ни у кого, ребят. Единственное, что спринтер, да, делает свою контратаку. Леонардо всех косит своей вертушкой. Отлично. Ну, а мы двигаемся дальше и смотрим. Сейчас-то должны перейти уже. Все, ребят. Лига мастеров 3 звезды, 98-я позиция. Я думаю, где-то до полтинничка мы все-таки сегодня еще добежим. Дай-ка я, наверное, все-таки рискну. Я возьму Макмана. Все-таки я попробую, ребят, сыграть через Макмана. Но если что-то не... Давай возьмем тогда с тобой на всякий случай вот этих вот бойцов, чтобы, если что-то пойдет не по, ну, не по плану, чтобы нас не раздавили тут, как лопов. Сейчас проверим. Так, ну, Шреддер, естественно, ходит первым. Нет, смотри-ка, инициатива у него нормальная, ребят. Что не сказать про
атаку, конечно. Там был постепенный урон, они в любом случае погибли. Но если бы даже наш Шархан не попал. Но все-таки Макмен, вот, ребята, не, на высоких уровнях не имеет такой силы и способности, чтобы уничтожить противника. Понимаешь, да, к чему я? Так что надо быть аккуратным прежде. Это еще хорошо, что я взял 70-х. А если бы там были бы другие, они бы просто не добили бы. Хотя, что я волнуюсь, там постепенный урон был. Ну, а если бы его не было, тогда другой был разговор у нас шел. Так, поехали. Тут Эйприл, надеюсь, оно пойдет сразу же. Нет, у Карайки. Вот если Карайку прокачать по максималке, да, с ее-то инициативой. Ух. Но у нее всего один массовый удар. То есть вот эти вот кунаи, которые она бросает. И я бы не сказал, что они очень мощно наносят урон. Они наносят урон, но лучше всего они идут на добивку, когда у противника очень мало здоровья, и она бросает кунаи, тогда да. А если брать как наступательный вариант, ну, самый начальный, самый первый, так сказать, поединок, она не очень много наносит урона. Если сравнить с нашим супершредером, который отнимает большую часть здоровья, да, то Карайка где-то отнимет процентов 20-25, но не больше. И, ну, если там кританет, может быть, 30 возьмет процентов. Но большего ей не осилить. Причем у нее одна массовая атака. Соответственно, потом у нее только остается смертельный поцелуй плюс копье. Ну, копье, ладно, хорошо. Если будет какой-то враг, на добивку его можно, в принципе, бомбануть, с вероятностью повысить шанс наложения кровотечения, постепенного урона. Смертельный поцелуй, ну, такое себе. У нее вот только кунаи, говорю, разброс кунаев. Но я бы не стал бы делать ставку, наверное, на этот удар. Даже если сравнить Макмана и Карайку, мне кажется, что Макман все-таки более эффективный. Хотя он не может, например, добить высокоуровневых бойцов. Ну, а Карайка тем более этого не сделает. Так же, в принципе, как и Карай-змея, которая кричит своим вот этим вот голосом. Она, ребят, тоже не очень мощно атакует. Так-с, теперь добивочка. Это что-то из ряда Джастина, я тебе так скажу. Джастин, он вроде бы тоже, да? Вот он может добить очень хорошо. А вот если брать как наступательный, первый поединок, первый бой, первый удар. Нет, ничего он такого не сделает. Отнимет там 25-30, ну 40% максимум, что он может сделать, все. Это вот, видимо, такая вот... Типа, есть массовые атаки мощные, а есть массовые атаки немощные. Так вот, у него, у Джастина, это идет немощная. Она массовая атака, но она немощная. Так что вот так вот, делайте выводы. Вот Ромагона, у него массовая атака и мощная. Но вот когда он выпускает торпеды, ракеты, она массовая атака, но не мощная. Зато она с дебафом идет. То есть он может снять защиту у врагов. То есть, как бы, понимаешь, да? Есть свои плюсики и свои минусы. Так, ну сколько там нам еще остается? До... О, так мы уже на 51-м месте. Так, 39. Прикинь, сейчас с тобой возьмем топчик. Вот это будет шика. О, тихо, нет. Там Майки был. Не хочу я его в команде видеть. Во вражеской. Слушай, а ведь есть шанс, да, наверное, попасть все-таки сегодня в топчик. Бойцов еще вроде бы как хватает, откатов тоже хватает. Так что почему бы и нет. Да, я как вспомню, как мы копили на этого супершредера. А как мы копили на Армагона. Ну, на Армагона, ладно, мы еще более-менее так быстро, потому что все-таки события были вот, а на супершредера и Кренга, это трындец. Сейчас вот тебе говорю, сейчас вот надо как-то вот прокачать маузеров, ребята. Маузеров там остается всего лишь 50, по-моему, ДНК, и он будет по фулке. Да, он будет по фулке. То есть будет иметь все звезды. Там останется только его перевести в платиновый ранг. Но это уже мелочи на самом деле. И останутся там всякие рокстеди, бибопчики. Кто у нас там еще не переведенный? В принципе, только вот Рокстеди, Бибоп и все вот эти вот Пит, Кожеголовый, все вот эти мутанты-животные. Роквелл, вот их надо будет еще перевести.
платиновый ранг. И все, ребята. И будет дальше делаться акцент на прокачку их скиллов, на прокачку уровня, на прокачку... Чего на прокачку? Все, скиллов и уровней. Больше ничего там не останется. Так, ну что, 14 позиция. Давай, давай, поднажмем. Может быть, все-таки действительно сегодня перейдем в топчик. Конечно, хотелось бы. Так, Лео, иди сюда. Раз, два, три. Слушай, как раз у нас на два поединка. Слушай, по-моему, все-таки сегодня это и случится. Причем я уже не представляю игру без Супер Шреддера. Вот, серьезно. Ну, почему? Я могу, в принципе, играть за кого-то другого. Но именно с ним у нас идут дела в разы быстрее. Если посмотреть серии раньше, вот эти вот старенькие еще там по 40 минут были серии, потому что очень долго у нас шли поединки. Да и, ребят, вторая позиция. Так, ну что, давай сделаем тогда легкий добивон. Легкий добивон. То есть просто добьем нашего противника. Раз, два, три. И перейдем на первое заслуженное наше место. Да, целую неделю практически мы к нему шли, пришли. Ну, я не сомневаюсь, ребят, что завтра нас опять скинут с топчика. А я опять заберусь. Вот такая вот у нас будет борьба. Ну что, теперь посмотрим, сколько мы накопили мутагена. Хватит ли нам поднять нашему Кренгу 2 уровня? Это должно быть где-то около 35 тысяч мутагена. Так, ну что, поздравляю нас с первым местом. Отлично все. Ищем. Так, сколько у нас? Ребята, у нас 85 осколков всего лишь. Конечно, хватит. Да, ребят, 79-я позиция, то есть нам чуть-чуть не хватает для того, чтобы 10 тысяч буквально не хватает для того, чтобы перевести его на 80-й уровень. Так, у нас пицца-то есть или нет? Я вот... Пицца есть, но немножко. Давай все-таки ее потратим полностью. Нам нужно найти наушники. Так, одни есть. Одни есть. И все, и больше не дают, а? Вот как мы... Вторые нашел. Так, вторые наушники. Третьи. И еще две попытки последние. Четвертые. Четыре наушника. А нам нужно сколько? Еще два. Два наушника и 10 ящиков с инструментами. Я думаю, что в следующей серии, наверное, все-таки это все найдем. Ну что, друзья, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.